Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня очень-очень-очень интересный выпуск, который я ждала очень долго, потому что сегодня я наконец-то покажу вам все те миллиарды вещей, которые я приобрела для новорожденного, то есть подготовки к появлению на свет своего первого малыша. Но перед тем, как начинать показывать и рассказывать, что же я купила, я хочу немножечко поговорить на тему того, что мне кажется очень и очень важным для молодой мамы, особенно мамы, которая ей планирует стать впервые. То есть это те вещи, которые помогут ей определиться и легче понять, что ей действительно нужно в первый месяц жизни малыша, и как понять, какие вещи покупать и на какие вещи не стоит тратить деньги уж точно в первые месяцы жизни ее ребенка. Почему считаю, что это важным? Потому что когда я начинала вообще искать, что же мне понадобится и что понадобится моему малышу, я поняла, что сегодня товаров, предложений, маркетинга и всего, что забивает нам голову, настолько много, что, наверное, в большинстве случаев из-за чего сложно очень определиться и принять правильное решение. Начала я готовиться уже в Санкт-Петербурге и выявила для себя несколько самых главных правил, которым я следовала и которые на самом деле мне очень сильно помогли в выборе продуктов для первых месяцев жизни своего малыша. Надеюсь, что эти правила меня не подведут. Уже потом я обязательно запишу видеоролики и расскажу о тех вещах, которые мне пригодились, о тех вещах, которые абсолютно стали не потребными и которыми мы, может быть, не пользовались, или просто которые малышу не подошли. Но это все потом, все по порядку. Сегодня мы говорим о тех вещах, которые я все-таки приобрела. Так вот, несколько правил, которым я последовала. Первое – это определение бюджета. То есть мы с мужем сели, и мы для себя определили, какая максимальная сумма, которую мы можем и которую мы хотим потратить на покупку вещей первой необходимости малыша. И уже от этой суммы я плясала. Это очень и очень хорошее правило, потому что оно ставит тебя в определенные рамки и не дает тебе, может быть, в состоянии беременного мозга, просто идти в разнос и покупать все направо-налево. Каждый продукт, который ты выбираешь, и каждая вещь, которую ты выбираешь, ты понимаешь, что она минусует цифру в твоем бюджете, и, следовательно, эта вещь должна себя оправдать, и ты должна понимать, что этой вещью пользоваться ты будешь, и она тебе действительно понадобится, потому что каждая покупка, она исключает другую покупку, и есть масса вещей, которые останутся на потом или просто будут вычеркнуты из твоего списка. Второе. Приоритеты и стиль жизни. Я как-то раньше об этом на самом деле не задумывалась, и даже до беременности, когда я общалась там с подругами, знакомыми, не знаю, на ютубе смотрела разные каналы, которые связаны с малышами, да и в принципе наблюдала за молодыми мамами вокруг, я не задумывалась о том, что стиль жизни и твои приоритеты – это очень и очень важно. Объясню почему. Если мы говорим о покупках для малыша и, в принципе, адаптации к вот этой новой роли, новой жизни с малышом, я для себя как-то поняла, что вот именно стиль жизни и понимание моего стиля жизни, то есть, например, в этом контексте, что мне кажется абсолютно необходимым, насколько для меня важно в том или ином вопросе комфорт, что мне нужно для того, чтобы чувствовать себя хорошо, предвидеть, как я буду чувствовать себя, например, во время родов, после родов, когда очень сложный период восстановления и так далее, и когда ты не чувствуешь себя вообще прекрасной, дивой женщиной и царевишной. То есть, что для тебя в этот, возможно, сложный период и время будут очень важными вещами, что будет поднимать тебе настроение, что будет помогать тебе каждый день вставать, быть в позитиве, не срываться на ребенка, не ругаться, не злиться. То есть,
что может явиться теми вещами, которые помогут тебе как-то вот улучшить ситуацию, поднять себе настроение в случае, если это настроение будет плохим. Особенно в случае, если первые две недели у тебя будут вот эти грусть, печаль, которая, надеюсь, в большинстве случаев не перерастает в послеродовую депрессию. А если она и перерастает в послеродовую депрессию, то тем более. То есть те вещи, которые тебя окружают, тот комфорт, который ты для себя создаешь, тот процесс, который ты для себя организуешь ежедневно с малышом, он как раз-таки во многом и будет определять твое какое-то благосостояние, хорошее настроение, и, следовательно, твое какое-то вот такое благостное отношение к ребенку, благостное отношение к мужу, и ты сможешь вот эти денечки проживать намного более легко, хорошо, позитивно, нежели чем, если бы ты не обращала внимания абсолютно на вот те вещи, которые для тебя являются приоритетными. И поэтому, выбирая продукты, которые я покупала для малыша, и которые касаются в том числе и моего комфорта, то есть насколько мне комфортно будет ухаживать за малышом, я для себя определила свои приоритеты, что для меня важно. И это как раз-таки тоже касается советчиков. Вот здесь это очень такой важный момент, по поводу которого я никогда не задумывалась, но когда я столкнулась с ситуацией, я поняла, что это очень и очень важно для твоего внутреннего баланса, равновесия и хорошего настроения, потому что вокруг у нас есть мамы, бабушки, там, я не знаю, тещи, свекрови, тети, двоюродные тети, подруги, знакомые, я не знаю, масса людей, которые в том числе к тебе, ну, скажем так, обращаются с советами, которых ты не просила. Ой, и часто выбор человека, которому прислушиваться, он может явиться таким достаточно раздражительным. Почему? Потому что если ты выберешь человека, стиль жизни которого и приоритеты которого не совпадают с твоими, то его советы, его отношения и, в принципе, ваш диалог, он складываться не будет. У меня так было уже несколько раз, и вот такие вот диалоги заканчивались просто жутким раздражением, злостью, разочарованием и плохим настроением. Потому что, например, если я разговариваю с человеком, которому абсолютно наплевать, ну, например, я не знаю, там, как он утилизирует грязные подгузники. Ну вот, грубо говоря, ты можешь поставить обычную корзинку вот возле комода, где ты переодеваешь малыша, и выбрасывать эти подгузники как попало, и держать их там, например, весь день. И его не волнует ни запах, может быть, он даже, этот человек, его не чувствует, его не волнует гигиена, его не волнуют там бактерии и так далее. А ты человек, который по этому поводу думаешь много, и ты решила купить, например, там специальный контейнер, так называемый Diaper Genie, который изолирует каждый отдельный грязный подгузник таким образом, что вот ни запаха, ни бактерий, ничего у тебя по квартире не распространяется, особенно если квартира небольшая. И вот представьте этот диалог, что ты вот в восторге нашла, например, говоришь, вот, я это куплю, а человек тебе отвечает, нафига тебе? Что за бред, нафига тебе это надо? Просто выкидываешь в обычный пакет и все. Ну, грубо говоря, да? И ты просто расстраиваешься. Например, мой энтузиазм тут же близко к нулю, и я вот реально расстраивалась. Поэтому, когда я общалась со своими подругами, знакомыми и, в принципе, любыми людьми, которые мне давали советы, я всегда учитывала момент стиля жизни и приоритетов, и пыталась более, скажем так, часто и детально общаться на эту тему с людьми, приоритеты и стиль жизни которых мне подходят и которые совпадают с моим. Следующий – это максимальный ресерч и периодичность вещей, которые ты покупаешь. Что я имею в виду? Во-первых, я потратила массу времени на ресерч разных, новейших, неновейших, прибамбасов, гаджетов и всего, что придумано для малышей. И я составляла именно список вещей, которые я хочу купить. Этот список, он мне помогал, потому что он как-то держал меня ровно, как и бюджет, в рамках. Из этого списка, естественно, вещи
выметались, они возвращались, что-то удалялось навсегда, что-то оттуда никогда не уходило, но тем не менее вот этот список у меня, благодаря моему ресерчу, он создавался очень и очень детально. Ну, в общем, это самые главные мои, наверное, такие правила, которым я придерживалась перед покупками. Ах, первые покупки я уже совершила, и давайте же приступим к списку. Озвучу, покажу и расскажу, что же для меня по итогу явилось самым-самым важным, самым главным и теми вещами, которые я приобрела. На самый конец, кстати, оставлю самую такую интересную вещь, которая, ну не знаю, во мне создает до сих пор наиболее большой восторг. Неожиданная, кстати, вещь, поэтому, если хотите узнать, что же это такое, то придется просмотреть видеоролик до конца, но точно могу сказать, что уже мои близкие друзья, которые эту вещь видели, все уже пытаются у меня ее отжать. Поэтому точно могу сказать, что это лучшая, мне кажется, штука, которая для малышей придумана, и я очень надеюсь, что моему малышу она будет нравиться ровно так же, как и мне. И на самом деле, даже если нет, мне все равно, потому что я по ней уже фанатею 2 года, спасибо моей подруге Асе, которая живет прекрасно в Мексике со своей малышкой и мужем. Она 2 года назад как раз-таки с этой вещью меня познакомила, и я в нее просто влюбилась. Так что, Асечка, спасибо тебе большое. Ну да ладно, хватит моей болтовни, уже говорю невероятно долго. Давайте приступим к обзору моих покупок для новорожденного. С чего я хотела бы начать? Это, наверное, одежда. Потому что одежда, на самом деле, это тот раздел, который занимает наибольшее волнение и разные разговоры, споры и так далее. Что же я приобрела? Я, как предусмотрительный человек, приобрела одежду не в большом количестве на первый месяц и на период до 3 месяцев. Почему? Потому что я не знаю по размеру, каким родится мой малыш, это раз. Я не знаю, какая одежда ему больше подойдет и какую он, скажем так, в каком будет чувствовать себя наиболее комфортно. Поэтому я не сходила с ума, это раз, с количеством. Второе, для меня, если говорить опять же про приоритеты, одежда на первые месяцы жизни ребенка – это не те вещи, на которые я готова тратить огромное количество денег. Я не готова покупать, например, там всякие разные мега прикольные, дорогущие вещи, которые просто будут симпатичными для фотографий и которые в реальной жизни мы использовать не будем никогда. Поэтому в основном в моем выборе были магазины – это H&M, это Zara. Zara на самом деле меньше, чем H&M, в основном это H&M. Потом это в Риге есть магазин Baby City, по-моему, и там есть также производители местные, которые делают прекрасную одежду для детей. И, в общем, я выбирала вот такие обычные, простые предметы гардероба малыша, которые будут ему удобны в использовании вот именно в первые месяцы, когда в основном ребенок спит, ест, какает и писает, и когда мне нужно его по 200 раз переодевать. Единственное, что было минусом, что я в Риге никак не могла найти одежду с молнией здесь спереди, потому что я думаю, что именно ночью, наверное, это может быть намного более удобно, чем 500 миллионов вот этих кнопочек. Но, с другой стороны, кнопочки удобны, если, например, у малыша нужно просто переодеть памперс, ты с нижней стороны открываешь и этот памперс, собственно, меняешь. Вот поэтому я несколько вот таких вот такого вида одежды малышу купила. Это самое, по-моему, маленький размер, до 1 месяца. Есть с ножками, есть без ножек, но, в принципе, если вот такие бодики без ножек, то к ним у меня также есть штанцы, но они, наверное, в комоде остались. Если говорить про бодики полные, вот именно на ночь, то я покупала вот такого плана, который с ножками, и также приоритетно с ручками. Вот, не во всех есть ручки, которые опускаются, поэтому у нас есть перчаточки. Ну, так как дети их, я, насколько знаю, сбрасывают большое количество, их я не покупала. Обязательно шапочки, тоже разного размера и разного вида. Вот, такой бодик без рукавов длинных, это под
ночью может быть одет под бодик и с ручками, и с ножками. Ну вот, например, если говорить про местных производителей братьев-литовцев, вот такие вот прекрасные бодики они делают. И здесь как раз-таки есть также вот такие перчаточки, которые будут защищать личико малыша от царапок, потому что ногти у них, будь здоров, и царапаются они тоже сильно. И вот такие вот красивенькие здесь с черепашками, в общем, вот такой вот бодик, тоже с ручками-ножками, он уже тоже побольше немного размера, ну, будем надеяться, малышу подойдет. И из тех вещей, которые, ну, на самом деле, да, поприкольнее, я вот купила в том же самом H&M на уже более теплый месяц, наверное, май, вот такой вот бодик с Микки Маусами и со штанцами. Вот такая вот красотень для моего пацаненка. Также есть ровно такие же с Бэтменом. И у Бэтмена у нас либо штанцы черненькие со значками Бэтмена, либо черненькие просто. На самом деле я обожаю черную одежду для детей. Не знаю, депрессивно это или нет, но мне кажется, это как-то гипер прикольно, модно и замечательно. И здесь у меня вот как раз-таки подруга моя приехала и привезла подарок малышу, вот, Си из Four Crab, то есть это мистер Краб у нас будет, вот такую вот кофтюню, штанцы, но это уже совсем на побольше, мне кажется, но просто, конечно же, красивые вещи иногда ты не можешь себе отказать, ну, как, например, вот такой вот комбез. Просто очень даже прикольный, замечательный. Вот, это все я купила малышонышу. Дальше, если говорить про роддом, есть такая история, как выписка. Поэтому здесь моя мамочка подготовилась к внуку. И тут она мне связала всякую разную красоту на выписку. Первое, это вот такие невероятно милые башмачки с помпончиками белыми, которые прекрасно смогут подойти к комплекту следующему. Не знаю, что со штанами, но я надеюсь, что они подойдут. Вот такую кофточку она мне связала, беленькую. И также штанцы. Но штанцы как-то у нее большие получились, поэтому не знаю, смогу ли я одеть. Но, в принципе, вот такой вот красивый беленький комплектик у нас есть на выписку. Вместе с этим шапочка с очень забавным узлом, вот, и в случае, если чего, есть еще красивые вот такие вот носочки и перчаточки, в общем, подумала она обо всем, и также есть второй комплект башмачков с желтыми помпончиками, в общем, вот это все она подготовила для малышка, вот, а на ежедневное пользование, естественно, у нас также есть носочки, их я не покупала тоже в большом количестве, несколько пар, таких, чтобы он мог, в общем, ежедневно их одевать и, не знаю, терять, не терять, но это уже мы посмотрим. Говорят, что детки эти носочки теряют очень часто. Есть великолепная компания, которая называется Aiden и Anai. Они специализируются на пеленках, одеялках и разных прекрасных натуральных продуктов для малышей. То есть это муслины и это разные натуральные волокна и ткани, которые они используют в своих продуктах. Это мультифункциональное одеяло, которое состоит из нескольких слоев муслина. Оно дышащее, и летом, и зимой оно прекрасно подходит малышу. Его можно накрывать, это одеяло можно также использовать на полу, если малыш там занимается своими делами на полу. И, в общем, по-разному его использовать. Очень замечательное дышащее одеяло, которое, ну не знаю, мне кажется, летом нам подойдет очень и очень. Если говорить про сон малыша, то следующая вещь, которую я приобрела, это кроватка, но я не покупала большую кровать на первые как минимум 6 месяцев. Я планирую малыша класть в кроватку, которая прислоняется к моей большой кровати и пристегивается ремнями, то есть это кроватка Чика. Она на самом деле очень и очень удобная, потому что в ней, во-первых, ты можешь открыть переднюю часть для того, чтобы более удобно ночью брать малыша на кормление рядышком с собой. Этой кровати у нее регулируется высота, поэтому ты сможешь ее к разным кроватям прислаивать и приставлять.
Также она имеет отличный матрас. Я сразу же купила под матрас непромокаемую вот эту прослоечку. Также у нее сгибаются ножки в случае, если кровать идет прям до пола и не имеет возможности вот именно эти ножки засунуть под кровать, нет там пространства, то они сгибаются. В принципе, кровать очень-очень удобная. Также в регулировке высоты можно поднимать только одну сторону для того, чтобы малышу было легче в случае, если у него есть рефлюкс. Вот, и ему будет более удобно спать, если сторона головки будет подниматься немного выше, чем сторона ног. Вот, также к этой кроватке я купила Fisher-Price мобил, или даже не знаю, как по-русски эта штука называется, я ее называю мобилом все время, потому что по-английски это просто мобил. Следовательно, это прекрасные мишки, которые крутятся и развлекают малышоныша во время его нахождения в кроватке. Также она имеет проекцию на потолок, звездочки там, есть белый шум, есть музыка, есть также звуки природы лесные. Единственный косяк, который у меня случился с этим Fisher-Price, что я как-то не подумала о том, что именно к этой кроватке его будет не пришпандорить, потому что кроватка-то вся имеет ткань вокруг, и нету ни одной даже дырочки или отверстия, куда я могла бы, в общем-то, засунуть этот несчастный Fisher-Price. Поэтому пришлось колхозить. Я ленточкой привязала все это дело к ноге, и очень круто все держится, так что проблема решена. Клева Мама, прекрасная подушка, и комплект, который называется 10 в одном, и которые можно использовать разными способами. Первое, самое важное, это подушка для кормления малыша, которую ты используешь как основание для малыша. Плюс ко всему, здесь есть вставка, которую можно использовать уже попозже, когда малышоныш сможет, например, сидеть. Есть подушечка. И также вот эту подушку я буду использовать в автокресле, когда уже малышоныш подрастет. Также для времени игры на животике ее можно использовать, просто для чила, и, в общем, также мама для себя, как подушечку, эту штуковину тоже прекрасно может использовать, что я на самом деле планирую и делать. Также для сна малыша я купила невероятно красивый, замечательный кокон, который называется Sleepy Head. Это, наверное, самый популярный в мире кокон, наряду со Snuggle Me. Производится он в Швеции. Он также имеет признание UNICEF. И, в общем, Sleepy Head является одним из самых-самых безопасных, замечательных и качественных коконов для малышей. У них есть два размера, Deluxe и Grand. Deluxe — это для самых маленьких, они пишут до 8 месяцев. Но, в принципе, предполагаю, что это максимум до 6, если не до 4. Здесь история такая, что ты можешь открыть сторону внизу, для того, чтобы малыш мог свесить ножки, если эти ножки уже, в общем-то, из него свисают. И также здесь очень классно все продумано. Есть вот этот чехол, который снимается сверху снизу. Внизу здесь есть специальный матрас для поддержки спинки малыша. И этот кокон можно использовать как место сна в течение дня, как место, где малыш будет спать, например, с тобой в кровати, для того, чтобы все это дело было более безопасным. Ну, и в принципе, многие его используют также как дополнительную вот такую вот прослоечку для сна в кроватку, потому что многие детки, скажем так, привыкают к такому достаточно сжатому стилю жизни и сна в животике мамы, и попадая вот в детскую кроватку, в которой очень уж много места и пространства, они как-то теряются, волнуются и беспокоятся. Поэтому вот эту штуковину можно также использовать для ночного сна, но желательно, конечно же, приглядывать. Особенно если ты кормишь там каждые 3 часа, в том числе и ночью, то я думаю, что это будет не проблема. И потом уже, когда ребеночек растет, можно приобрести Grand. Это уже побольше Sleepy Head. И он, собственно, уже будет таким хорошим инструментом, который поможет тебе переместить твоего малыша из маленькой кроватки в большую кроватку. Вот, им будет комфортнее и привычнее. Sleepy Head, он в Европе идет под брендом Sleepy Head, в Америке он продается как Докатот. То есть это одна и та же компания, которая производит вот эти коконы. Единственный минус этого кокона — это, конечно же, цена. Он очень дорогой.
Особенно если ты хочешь купить запасной чехол в другом дизайне, то нужно быть готовым к тому, что ты потратишь достаточно большое количество денег. Этот конкретный, по-моему, мне обошелся 170 евро. И если покупать еще кавер, то получается там евро 80-90 точно он обойдется. Но я не планирую эти вещи продавать после того, как мой малыш перестанет ими пользоваться. Я планирую их оставить на второго малыша. Поэтому это, если возвращаться к вопросу приоритетов, то вот такой кокон и комфортный сон малыша, это для меня являлось одним из приоритетов, на которые я готова потратить деньги. Потому что сон и малыша, и мамы, и папы – это просто одна из самых главных вещей для счастливого совместного проживания. Следовательно, я вот на эти вещи готова была потратить побольше денег. Это мой приоритет. Если говорить про что же мы будем говорить? Ладно, давайте говорить про умывашки и ванны. Вот я приобрела такие прекрасные штуковины. Это Angel Care. Вот такая вот замечательная подставка в ванну для малыша. То есть ты ее ставишь в свою большую ванну, наливаешь до максимального уровня воду и помещаешь малыша вот на эту прекрасную, очень мягкую мембрану для того, чтобы его купать. И вот эта штуковина, она подойдет с первых дней жизни малыша, то есть, грубо говоря, через недельку после рождения, когда уже можно его купать, то эту штуку можно использовать. И она очень-очень удобна для совместного купания, для отдельного купания малыша. Он отсюда никуда не ускользнет, не убежит и не вырвется. Вот, дополнительно уже чуть-чуть позже, через месяцок, наверное, я буду пользоваться вот такой штукой от Skip Hop, по-моему, называется компания. Штучка, которая, леечка, помогает тебе наиболее комфортно омывать малыша, головку обливать и так далее. Вот, например, если это головка малыша, здесь личико, то я ставлю ее вот таким вот образом, наливаю водичку на голову, и она не попадает на лицо малыша. То есть такая смешная и практичная штучка, которой можно пользоваться. Здесь я купила очень-очень мягкие, прекрасные вот такие банные полотенчика для малыша с капюшончиком и ушками. Одно полотенце белое, другое полотенце вот такого красивого небесного голубого цвета для малышоныша. И также маленькие полотенчики для того, чтобы его либо омывать, либо что-то вытирать. Ну, в общем, буду смотреть, как этим буду пользоваться. И моя, наверное, просто невероятная любовь, от которой я сама в шоке, это вот эти слюнявчики из муслина. Это что-то невероятное. Я хочу ими просто обложиться и сама себя, слюни себе, в общем, ими потирать. Этих штук много не бывает, потому что малышоныши у нас слюнявятся, отрыгивают, и чего только они не делают, в том числе и в ванне также вот эти муслины можно использовать для того, чтобы малыша омывать первые дни его жизни. Вот, поэтому у меня здесь есть вот стопка этих муслинов, которыми я буду пользоваться, и в принципе они очень и очень удобные, потому что ты просто целый день одним пользуешься или несколькими. И, в общем, кидаешь их только в стиралку, и с каждой стиркой они становятся все мягче и мягче. Следовательно, все более приятными в пользовании. Также у меня с той же компанией, как одеялка Aiden и Anai, вот эти слюнявчики, которые крепятся сзади на кнопочки малыша. Вернее, на кнопочки, на шейку малыша, и закрываются, фиксируются на кнопочки. Не знаю, насколько слюнявым будет мой малыш, но так как отрыгивать он будет 100%, то я купила именно вот эти слюнявчики от Aiden и Anai, потому что, ну, они тоже дороже, чем обычные, хотя вот эти обычные не брендовые имеется в виду, но тем не менее я решила, что хотя бы 4 штучки вот именно брендовых, уж точно проверенных, качественных, я обязательно куплю. Что касается именно вот этих муслинов, то эти те муслины, которые при помощи ресерча я нашла, и которые не брендовые, и которые по качеству ничуть не уступают Aiden и Anai. Поэтому их я также
как и все остальное, отмечу внизу в описании этого видеоролика, для того, чтобы вы могли также их посмотреть. И дальше, если говорить про муслины, пеленки и такие вещи, то здесь у меня есть два больших предмета, именно пеленание, накрывание и так далее. Вот такие вот красивые, красивые муслины. Они такие мягкие, что это просто невероятно. Ой, какие они красивые! Обожаю тему джунглей, листьев и зелени. Думаю, малышу моему уж точно подойдет. И второе, здесь на нем динозавры. То есть это тоже вещи, которые можно пользоваться разными способами, начиная от того, чтобы в публичных местах накрываться, если ты кормишь, заканчивая просто накрыванием коляски летом, потому что эти штуки дышат. Это, опять же, муслин. И для малыша это просто очень-очень крутая штука. И также можно использовать для пеленания ночью. Так что я уверена, что из этих штук я выжму все соки. Дальше, если говорить про кожицу малыша, Water Wipes. Это самые-самые натуральные и качественные салфетки мокрые для малышей. Это я также планирую брать с собой в роддом. Заказала себе огромную коробку из, не знаю, сколько там их, 700 у меня этих вайпов, то есть это, они состоят 99,9% из воды, и только маленькая-маленькая капелька, она из экстракта грейпфрута. Все остальное это водичка, поэтому этими салфетками можно пользоваться с первых дней жизни малыша. Они, конечно же, дороже, чем все остальные, но, в принципе, Pampers Pure, они, я думаю, могут явиться эквивалентом именно вот этих Water Wipes. Но я, в общем, решила и в этом случае пойти ва-банк и купить самые хорошие. То есть это также являлось моим приоритетом. Очень-очень хотела позаботиться о том, чтобы попка моего малыша чувствовала себя замечательно. И поэтому также я приобрела Pampers Pure подгузники. Это у нас номер один для самых-самых маленьких. У меня есть другая упаковка, номер два. Здесь я уже буду смотреть, какой размер ему подойдет, поэтому я не брала самые огромные упаковки. Nose Frida. Это самая мерзкая, отвратительная покупка, которую я совершила, но в то же самое время это самая, наверное, ну, одна из самых необходимых покупок. Эта штука отсасывает сопли малыша. То есть ты кладешь эту штуковину ему в носик и при помощи рта отсасываешь. Успокаивает только то, что здесь есть фильтр, и вся эта красота, во-первых, не попадает тебе в рот, это раз. Во-вторых, это очень гигиеничная штука, потому что ты тут же можешь ее разобрать, фильтр либо промыть, либо удалить. Я купила также дополнительные фильтры, и здесь эта штука очень простая в конструкции. И здесь не копятся никакие бактерии, никакие там, я не знаю, грибки и так далее, которые могут накопиться в обычной груши, которую сложно помыть, или в других устройствах. Поэтому Nose Frida, это вот считается, особенно в последние годы, гениальным изобретением для малышонышей. Ну, не знаю, для меня сопли это, в принципе, одна из моих фобий и страхов. Но что не сделаешь ради своего собственного ребенка, придется сопли отсасывать. Также из необходимых вещей я купила от Tommy Tippy вот такой вот основной комплектик из, не знаю, термометр, щеточка, там, ножнички, пилочки для ногтей. Также здесь есть груша, но ей пользоваться я не планирую. Собственно, это такой комплект гигиены и ухода за малышом первой необходимости. На те дни, когда мы с ним путешествуем, я приобрела также упаковку вот таких вот маленьких пакетиков для грязных подгузников, облеванных вещей и так далее, которые можно будет положить в сумку и изолировать запахи. Но эти конкретные, это просто провал полный. Я купила большую упаковку, отдала ее уже жене брата, потому что не планируем им пользоваться. Они очень маленькие, сильно некачественные, это обычные просто пакетики, и плюс ко всему они должны были быть ароматизированными. Не пахнет вообще ничем. Поэтому я уже нашла массу других вариантов в Амазоне.
в том числе и так называемые пакетики для какашек для собак, которые пахнут розами. Следовательно, для малышей они тоже круто работают, и когда ты путешествуешь с малышом вне дома, то ты можешь очень, скажем так, приятно, комфортно позаботиться о том, чтобы использованный памперс, он у тебя в сумке там не пах, не вонял и не мешал счастливой жизни. Что касается игрушек, игрушки я не покупала, запретила своим друзьям, знакомым, семье дарить мне и малышу игрушки, потому что считаю, что это просто хлам, который, во-первых, заполняет пространство в твоем доме, раз, во-вторых, чем больше активных разных игрушек, тем пассивнее у тебя ребенок, и, в принципе, чем больше игрушек, тем больше пылесборников, тем быстрее он теряет интерес, следовательно, игрушки покупать буду ему сама. Поэтому первые игрушки, которые я купила, обычные, простые, вот такие вот пластиковые кольца, из которых можно делать некую цепочку, и которую малышоныш сможет использовать уже в то время, когда он начнет обращать внимание на цвета, сможет уже трогать, может в рот засовывать, когда полезут зубы. И, в принципе, эти штуки можно повесить и на коляску, и на, не знаю, автокресло, и на арку там его этого коврика для игр. В общем, самые обычные штуки, которые будут его увлекать уж точно. На первое время я еще куплю через недельку черно-белые штуки, потому что детки реагируют на контрастные цвета и черно-белое все. Следующая моя покупка, мы приближаемся к концу, это Томми Типпи. Вот такой вот специальный контейнер для использованных подгузников. Вот как раз-таки об этом я и говорила, когда упомянула, что мне было очень-очень важно изолировать, собственно, грязные подгузники и все вонючее. Что же эта штуковина делает? Выглядит она таким вот образом, якобы обычный мусорник. Открываешь, но мусорник не обычный, а магический. Вот здесь вот есть такой картридж. Эти картриджи продаются отдельно, и эти картриджи имеют пакеты мусорные с антибактериальным покрытием. И когда ты кладешь сюда использованный подгузник, проворачиваешь этот диск таким образом, что подгузник закручивается, и потом при закрытии крышки он опускается вниз. И таким вот образом до 28 использованных дайперов в день может содержать вот такой вот мусорник. И они такой колбаской образуются, собственно, в этом контейнере. В одном диске, по-моему, 66, наверное, пакетов. В общем, достаточно много. Ну, не самое дешевое, скажем так, изобретение, но, тем не менее, очень-очень гигиеничное, антибактериальное. И, на самом деле, в жизни с малышом я понимаю, что я уже сама буду пахнуть и малышом, и молоком, и буду похожа на, не знаю, дойную корову. Я не готова пахнуть еще и какашками и писюльками. Особенно, когда эти какашки и писюльки начнут активно пахнуть в последующие месяца ребенка. Может быть, в первый месяц не так, и они там сильно не пахнут, но потом, со второго, третьего, я уже когда прикорм, это я вообще молчу. В общем, эта штука для меня будет также незаменима. Я в этом уверена. Ну, надеюсь, что не разочаруюсь. Доложу. Сумка для подгузников. Скип-хоп. Вот такая вот замечательная сумка оливкового цвета, которую я приобрела от Skip-Hop, это великолепный дайпер-бэг. У меня будет еще второй дайпер-бэг, тоже рюкзак черного цвета. Его я заказала в Selfridges в Лондоне, он ко мне еще летит, поэтому его я обязательно покажу в своих последующих роликах. Что же с этой сумкой? Обожаю эту сумку, я уже ее опробовала. В общем, здесь есть прекрасные штуки, чтобы крепить это все к коляске. Есть карман для бутылки сбоку открытый, есть карман для бутылки с другого боку закрытый, где ты можешь эту бутылку засунуть. Передний карман для маминых вещей, в который можно положить, не знаю, паспорт, кошелек, там, помаду и так далее. И сзади есть также карман,
который предполагает возможность помещения сюда либо компьютера, либо айпада, либо твоей папки с документами малыша, которые я обязательно буду брать с собой в роддом. И также есть специальный мат для переодевания малыша где-то в публичном месте. Ну, не знаю, я очень скептично к этим штукам отношусь, потому что, ну, говорят, что, типа, ты постелила, и вот стало тебе приятнее, что малыш не касается публичного пространства. Но это-то коснулось публичного пространства, а потом ты это все засовываешь обратно в сумку. Поэтому, не знаю, мне кажется, для этих целей более подойдут какие-то одноразовые пеленки. Ну, мне так кажется, но да ладно. И если говорить про основной раздел сумки, вот здесь вот молния вот так вот спрятана. Вначале, конечно же, она достаточно жестковата, но, тем не менее, мне очень нравится, как она скрыта вот здесь вот спереди. И тут открывается большое-большое пространство для вещей. Здесь есть карманы специальные, в которые великолепным образом зайдут наши water wipes, подгузники, одежда, игрушки, в общем, все, что тебе может понадобиться для малышоныша в путешествии. Так, и из больших еще покупок у нас коляска. Мои приоритеты в выборе коляски. Первое. Это качественная, крутая коляска, которая предназначена для нашего климата. Я выбирала такую коляску, которая не итальянская, не немецкая, не за 1500 евро, а именно такая, которая предназначена для нашего климата. В Петербурге ветрено, грязно, жутко, некачественные дороги. Следовательно, мне нужен такой маленький трактор. И, собственно, вот в этой коляске я нашла все, что мне было необходимо. Это раз. Второе, это закрытая, очень хорошая люлька для ветреного климата. То есть в этом случае все закрыто очень круто, материалы очень качественные, водонепроницаемые, и малышу будет комфортно. Для более теплых дней сзади открывается сетка, и малыш может и дышать, и наблюдать, и смотреть за, не знаю, птичками, небом и так далее. И плюс ко всему есть москитная сетка, против дождя пленка. И также, что очень-очень важно, это колеса. Колеса в этом случае, во-первых, регулируется амортизация, то есть можно поставить на самую мягкую. Дальше колеса очень удобно снимаются для того, чтобы, придя домой, их можно было бы помыть и почистить. Это очень важно. И также очень важно тормоз. То есть ты нажимаешь на тормоз сверху и отпускаешь его тоже так же сверху. То есть обувь твоя не будет шарпаться. Это тоже крайне важно. И помимо этого, эта коляска, она рассчитана на долгое-долгое время, потому что в ней есть люлька для новорожденного, в ней есть сидячее кресло для ребенка, который уже подрастет, и также есть автокресло. С точки зрения безопасности, наверное, нужно упомянуть, что это не самое безопасное автокресло, то есть крэш-тестов оно не проходило, но тем не менее оно здесь есть. И если хочется там какой-то более, не знаю, там безопасный вариант, то можно его докупить, но, по крайней мере, в комплекте на первое время это автокресло у нас есть. Но если покупать автокресло особенно пользованное, то всегда нужно обращать на срок годности этого автокресла, потому что у них срок годности максимум 7 лет, и всегда нужно посмотреть сзади этого автокресла, там написано время производства этого кресла. И последняя штука, которую я обещала сегодня показать как свой фаворит, это вот эта черепаха от B-Cloud. Много говорить тут не стоит, просто посмотрите видеоролик, который я сделала вчера вечером в темной-темной комнате. То есть что эта черепаха делает? Во-первых, она проигрывает музыку, она проигрывает звуки океана или музыку и океан вместе, и она является лучшим световым вообще проектором, который еще, мне кажется, для деток придуман. Он освещает всю комнату. Закидайте меня камнями, но мне кажется, это лучшее изобретение для деток в принципе. А если не для деток, то для меня как минимум. Вот, в B-Cloud есть эти черепахи всякие разные, у них есть там разные эффекты, разная музыка, звезды и чего там только нет. Но вот моя любимая — это тема океана, звук океана, прекрасная музычка, собственно, песенки колыбельной.
И, в общем, сама я буду с ней спать, если моему малышонушу эта черепашка не понравится. Хотя я вообще сомневаюсь, что это возможно. Приезжали ко мне детки моего брата, и, в общем, мне казалось, что эту черепаху они разнесут. Я уже над ней там стояла как коршун и всеми силами пыталась ее защитить, чтобы никто у меня ее не отжал. Вот. Так что это просто лучшее изобретение ever. Ну что ж, на сегодня, ох, долгое-долгое видео у нас получилось, вещей очень и очень много, поэтому я наконец-то готова закончить свой обзор. Пишите мне в комментариях, как вам вещи первой необходимости в количестве миллиарда, которые я приобрела. Вот, как вам эти вещи? Покупали ли вы своим малышам такие же вещи, может быть, другие? Или, может быть, что-то есть, что вы бы рекомендовали для покупки еще на, не знаю, там, второй-третий месяц жизни моего малышоныша? Мне будет очень интересно почитать и посмотреть. Ну, в общем, это тот список, который для себя приобрела я. Поэтому на сегодня, наконец-то, я заканчиваю это видео. Не знаю, оно, мне кажется, уже час длится. Поэтому спасибо, что вы просмотрели. Я надеюсь, вам было интересно. Так же интересно, как минимум, как и мне. Вот. И увидимся с вами в следующем моем видеоролике. На этом сегодня все. Пока!